Прокуратура Фрунзенского района поставила на контроль установление обстоятельств пожара в учебном заведении. 26 сентября около 12 часов дня произошло возгорание в кабинете отдела бухгалтерии на втором этаже четырехэтажного административного здания МГУ имени адмирала Невельского, расположенного по адресу улица Верхнепортовая, 50А. Возгорание ликвидировано. Причины произошедшего подлежат установлению в рамках административного расследования по факту произошедшего, ход результаты которого поставлены на контроль в прокуратуре района.